Здравствуйте, представители УМВД города Херсона. Привет, мои друзья-подписчики, которые смотрят меня. Я рад, ребята, что вы меня смотрите. Значит, интересная вещь такая появилась. Совсем недавно, 17.06.2013, я, ребята, вам рассказал, что произошло, как суд Днепровского района города Херсона отказал в заяве, предъяве, можно сказать, такой предъяве облгаик Косенко. Он отказал полностью. Похоронил, короче, их дело, да. И как бы все было приятно, все было спокойно, но вот. Облгаи решила подать в апелляцию. Они не согласны с решением, они согласны все-таки, что честь и достоинство ихнего великого работника, очень серьезного работника ГАИ, было затронуто Косенком. Ну и, естественно, вот они подали на апелляцию. Вот я забрал решение первой инстанции, но хочу огорчить вас, представителю МВД. Так как рейды мои расписаны уже не то что на месяц, а на 2 месяца, то 8 числа этого месяца я буду совершенно в другом городе и не приду на это заседание. Ну а на следующее, конечно, я обязуюсь прийти и с новыми друзьями, с новыми гостями и вообще с интересными вещами. Всем спасибо, ребята. Пусть пресс-служба ГАИ города Херсона сначала позвонит тебе спросить, когда у тебя свободно есть время для заседания. Да, вот Константин совершенно правильно говорит. Пусть пресс-служба ГАИ позвонит и спросит, когда у меня свободный график, и как бы запишутся ко мне на прием. Тогда это будет нормально, по-человечески, так как к ним люди записываются. Всем спасибо, пока.